Всем добрый день. От Александра поступила в работу вот такая бритва. Это Бема Золинген, Германия. Значит, трудность состояла в том, что, ну, вернее, не то чтобы трудность, но такой как бы нюанс. Толщина у носика, вернее, вот так, толщина у пятки больше, шире, то есть бритва была шире в пятке, на 2 мм больше, чем в носике. Соответственно, необходимо было уравнять величины толщины носика и пятки и, соответственно, впоследствии ее заточить. Значит, толщину мы исправили, вернее, эту ширину. Ну, бритва заточена. Сейчас ее по-быстрому проверим. Из законного владельца будем отправлять. Вырезает тончайшие вообще волоски. Просто-напросто. Вот стружечка, ее, наверное, не видно. Она настолько мелкая. Ну, если как бы, если рубить это все так, скажем, с плеча, или вот таким вот образом все попадает, заточила своего, я могу посмотреть. Да. Даже не могу поймать момента, чтобы его распустить. Моментально его перерезает. Ну, одним словом. Я думаю, понятно и так, что бритва заточена. Вот мелкие-мелкие-мелкие такие. Вот они все на полотне вот эти собираются. Микроспилы. Назовем их так. Ну, сейчас мы что-то еще такое побольше найдем. Вот оно все. Добро это. Вот, собственно говоря. Плюс-минус таким вот образом. Так что сейчас я запакую и законного владельца отправлю. Ну а что, мы, наверное, встретимся в вечернем эфире. И чем-нибудь побреемся. Все, друзья, спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире. Пока.